всем привет, меня зовут Ярмоленко Игорь, вы смотрите видео-дневник день за днем. День у нас сегодня понедельник, 9 июня 2013 года. Так, день у нас прошел сегодня в рабочем ритме, на самом деле я не работал 5 дней, вот, и как бы первый раз вышел на работу, дали мне сходу 3 квартирки и один коттедж. Две из них я сделал сразу же, они такие срочные были, вот, без проблем, а третья квартирка у нас находится в центре, в ЦАУ, недалеко от метро Охотный ряд, рядом с улицей Тверской, да, в районе 20 миллионов будет стоить, вот, и коттеджик у нас один, Голицыно, да, город Одинцово, недалеко там Голицыно находится, вот, коттеджный поселок, там типа дача такая двухэтажная, вот, надо будет ее оценить, но это буду делать я завтра. Так, погода у нас сегодня стоит какая-то, я не знаю, облачно-пасмурная, да, дождя в принципе не было, так что все нормально было. Так, кстати, вот эту квартирку, которая на Тверской, рядом с Тверской, взял домой, буду ее, соответственно, дома оценивать. Вот, ну, в принципе, все, иду домой, уже почти дошел. Как пройдет вечер, запишу чуть-чуть попозже. Все, до вечера. Вечер прошел в расслабленном ритме, в ритме отдыха. Ну, не совсем, конечно, в ритме отдыха, наполовинку, да. Все-таки доделал этот отчетик, описание, точнее, сделал вот этой квартиры на Тверской. Фотографии добавил, описашку сделал. Расчет у меня почти готов. Ой, ой, ой. Так, 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 надо уходить. Надо уходить. Так, так, так. Оп. Там это. Сейчас. Ага. Прополивали, короче. Чуть-чуть, еще немножко и обрызгали, короче. Так. Ну, девчонок тоже почти достал этот фонтанчик небольшой. Так, ну все, больше никаких новостей не было интересных, да? Сегодня вечером Таня пришла где-то в половине 11-го, уставшая. И сейчас, в принципе, сейчас будет смотреть «Великолепный век». Ну, а я, в принципе, скупаюсь и буду ложиться спать уже, да. Готовиться к завтрашнему последнему дню. Да, вторник у нас будет рабочий, среда у нас будет выходная. День России, как-никак, да. Все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем спасибо. Всем удачи. Аривидерчи.